Нам ничего не светит абсолютно. Да ладно, нихуя себе! Охуеть, я взял! Будет все сбываться, сочиняя мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Хайки-яки, с вами Саша Джигернал, 31 марта. И у нас вот такое вот объявление, в два раза голду будет чаще падать. И различным номиналом. То есть, видели, наверное, в видеоблоге конкурс делали, что, мол, якобы, давай там это, слови первым голд на 5000 крисиков, вот, и получи iPad или танк мечты. Мне кажется, танк мечты будет стоить чуточку дороже вот этого iPad, если пожелать, допустим, там, что-то М4. Я бы, знаете, что пожелал М4? Молот, потому что он у меня М0. И мамонт, потому что он у меня М3. Вот так вот. Сейчас мы давайте-ка сыграем какой-нибудь бой на захват точек. Я вчера на стадиончике довольно-таки мило поиграл. У нас упало 2 голдика. Вот. Давайте сейчас сделаем так же, повторим. Повторим вчерашнее. Стадион контроль очка. Так. Да, 15 минут без ничего. Давайте. Где-то ночь, блядь. Я люблю ночью. Темнота наш верный друг. Темноте не видно рук. А, чё хорошо играть на пулемете на этой карте, потому что все одевают защиту от рельсы, от громика или от смоки даже кто-то. Вот, а тут бац, и я на пулемете. И они как бы, у них батхер. Тем более у меня очень много ДДшек. Вот, у меня сейчас пока весь день впереди, то есть я сегодня, по сути, не учился. Мне надо было только, знаете, в 7 часов вечера на КВН ехать, ну, репетировать еще. КВН-то у меня, по сути, завтра будет. Кубок головы. Вот, ну а так, мне как бы времени много, времени не отнимать у меня. Вот, и поэтому как бы постараюсь я все-таки словить вот этот на 5000 голд. То есть запрягу всех своих холопиков, чтобы набивали мне. Опять пойдем на васпырельку. Вот, может я это сделаю все, но знаете, без голоса. То есть застримлю это все, но без микро. То есть вот так вот мы это все обыграем. Потому что у меня тут возможности будет по минимуму. То есть у меня сейчас могут прийти и родители там. В общем, зачем их булгачить? То есть они, может, с работы придут, там уставшие будут. Вот, а я буду стримить. Очень много стримить. Азаза. В общем, реально, может таки так весь день застримить. Вот играю я в танки и весь день вот чисто стримлю, азаза. Это вот как, знаете, есть такие блогеры, которые снимают абсолютно все, что делают. Прямо 24 часа, прям полностью вся трансляция идет. В общем, а чем я хуже? Я тоже так могу. Ну, только в танках. Вчера, знаете, более-менее такая адекватная команда. Блять, вот у меня ДДшка вот передо мной, и я ее включил. Я победитель просто. А плохо мы не видим танки издалека. Издалека танки реально прям вот не заметить. Если они там в тени находятся. Оп, не попал ты по мне, чувак. Тебя жизнь ничему, что ли, не учит. О, шафтик. Блядь, не попадаю я по нему. А он уехал, потому что поэтому не попадаю. А, на случай голда у меня 0 аптек. Блядь, можно было бы и купить их. Ну да ладно. Я мало верю, что он тут упадет на 5000. На 5000 крисиков. Вообще будет Чикаго, если он тут вообще упадет. То есть потому что вроде бы шанс голда увеличили, но меня это как-то не это. Не радует. То есть мне кажется, они и так же будут их очень долго ждать придется. Шафт пидор. По мне палит. Говна кусок. Чё ты говна кусок? Я тебе сейчас... ДДшный петух. Ну а чё, вот я на релю ДДшный петух обзываюсь. Я сам ДДшки постоянно включаю. Так, я там кого-то видел. Ага, сука. Сямба, ты чё?
Ну да, ну да, опасно, опасненько. Это все очень хорошо, но вам бы еще попасть. Так. О, у меня же броньки выпали. Че я туплю-то? Че ты, сука? Че, сука? Пизды хочешь получить? Ха-ха, за-за-за-за. А-за-за-за-за. Аптечка нету, сука, сзади рикошет. Пидар, бля. Какого хуя ты тут встал? Да, меня все-таки убили. Мы пока на первом месте, в отрыве. Ну как в отрыве? Мы просто убиваем очень много, поэтому мы на первом месте. Ну да, ну да, ну да. Конечно же, да. Возьмешь ты меня на эти финты на детские. Сука, шаф только меня сейчас возьмет на них. Так, оп, потеряли точку. Сука. Сука, бля. Нельзя, 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 нельзя так. Ты что тут забыла, а, релька? У нас тут две иськи. Хорошо, на легком корпусе. И они нарят. Вчера, кстати, также был у нас, за меня было три зида, и мы довольно-таки хорошенечко так затащили. То есть с таким же с большим отрывчиком я был на первом месте. Упал у нас три голда и два голда одновременно. Конечно же, вас этим не удивить, но за мою практику такое впервые. То есть не было такого, что вот прямо вот в моей битве голд и еще раз голд, прямо вот одновременно они даже упали. Их даже взяли, можно сказать, одновременно. Вот, а у нас хорошо, смотрите, какое разнообразие. И зиды, и громы, и пулемет. В общем-то, враг не знает, какую одеть краску, какой одеть резист. Вот, и, в общем-то, мы, наша команда вообще имеет большое преимущество в этом плане. То, что краски от нас подобрать нельзя. Бывает вот такое вот, вот от их не команда, вот, допустим, оденешь продигу и все. Опа, голдик. Голдик, голдик. Броньку. Так, сейчас давайте-ка нетрушку возьмем. Вот она у нас упала. Кусочек сала. Уф, ну ладно, ребятки, давайте-ка с Богом. Да, вон он где падает или нет. Ну да, вон он где падает, но сейчас его возьмут те, кто как бы упадет на нас сверху. Да, нам ничего не светит абсолютно. Да ладно, нихуя себе, охуеть, я взял. А сколько крисов было? А сколько крисов? Я не помню. Я не смотрел. Твою ж мать. Ебать! Ебать! Взял! Как так-то? Вот не знал, честно. Зашибись. Все, мне тут уже поздравляшки пишут, типа я мужик. Фух, ладно, потом посмотрим, насколько я взял этот голдик. Сколько у меня было тысяч кристаллов. Вроде у меня было 13 тысяч. Сейчас 15 с лишним. Ох, ну ладненько. Ладненько. Не 5000, ну да похер. Так. Чуть-чуть я замолчал после голда. У меня сейчас немного, знаете, такое, ну, то ли шоковое, что ли, состояние. Вот вроде голд это обычный ящик, а все равно перед ним, знаете, как-то сердце ту-ту-ту-ту-ту начинает биться, и все, и ты забываешь обо всем. О чем хотел сказать, о чем ты говорил. Вот так, такой вот магический ящик. Тут написали, короче, Саня, ты супер, а мне послышалось, Саня, ты сутенер. Не знаю почему, ну не послышался, а я так прочитал. Саня, ты сутенер. Ты чё, блядь, иди отсюда. Моя точка. Это наша точка, блядь. Там иська. Иськи по пипиське. Ша, тут наглости хватает, вот тут с нами тусоваться. Там, тарадам, там. Ты чё, сука? Я эти фразы, короче, беру, кто знает, Жорик Ревазов, он обозревает машинки, ну, тоже ютубер, не ютубер, а видеоблогер, вот так вот, можно сказать. Вот, и он, когда, короче, раньше здоровался, видел, он, ну чё, суки, ждали? Вот, в общем-то, угорал. Я так же, ты чё, сука, тут стоишь? Чё, сука? Так, Жига, Жиган.
У нас тут, знаете, такая неразбериха. Катаются за мной Фриз и Изида. Вот, а пока они пользуются случаем, вражеская команда, они бегают и захватывают точки. То есть, ну, другие, на которых меня нету. Потому что они, мне кажется, не камикадзе и не рвутся захватить ту точку, где вот стоит вся наша орава. Знаете, какая песенка? Нет ничего круче, чем моя туса. Гасим, 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 падлу. Все, загасили. Хорошо, хорошо, на первом месте я. Неплохо. Так, что-то они тут это... В себя поверили, что ли? Тут точки захватывают, петушки. Сейчас ничего, я ДДшку включил, сейчас все законтачит у нас. Так, никого нету. Сейчас, знаете, пойдем-ка мы к ним на базу и дадим им всем пизды, потому что они меня бесят уже. Бух. И чё, сука? Вот он аптеку съел, чтобы 5 минут прожить нормально. Так, ладно, ладно, меня он не интересует. Меня вот... Говна кусок перевернулся. Ой-ой-ой! Вот я лалка, а? Я сказал, говна кусок перевернулся, и тут же я перевернулся сам. Ладно, чё. У нас осталось 5 минут боя. Ладно, думаю, сейчас доиграем без Б. Блять, УП испортили, пидоры. Так, вот так. И... Блять, лучше бы я ДАшку включил. Вот я лалка. А смотрите, вот этот вот Фриз на викинге, он нас не мочит. Он нас не трогал. Чё, сука? Чё ты мне, прицел хочешь на пулемете сбить? Блин, а он на ДАшке, поэтому он так это, живучий слишком. Чё, сука? А ты чё, сука? А ты чё, сука, прятаться вздумал? Спрячешься? Батька тут. Смотри, там кески. Я же говорю, не спрячешься. Ты тоже не спрячешься. Ты тоже. Ну и чё, ебать? Ну и чё, братан? Всё равно сосай, малка, не оставлю я тебя в живых. О, братан, респанулся ты в неудачном положении. Да, задрали моему прицелу, он вроде бы как бы включил ДДшку, но он не попал ни по кому. Давайте-ка попаркурим, что ли. Да, паркур. Ёпта, паркур. Блядь, не получилось. 3 минуты осталось, а исход боя уже ясен. Они, даже если будут все 3 точки захватывать все это время, то есть контролировать все эти 3 точки, ничего не изменится. Мы как были на первом месте, так и будем. Вот у меня разрыв примерно в 100 очков со вторым местом. Вот, в общем-то, хорошенечко я так оторвался. Просто надо быть везде, то есть и точки захватывать, и убивать. Хотя, знаете, убивать мало, тут главное еще это. Вот, реально, трогать все точки. То есть, вот, допустим, точка красная, вот надо доехать до этой базы, то есть, ну, где не захвачена точка, и чуть-чуть постоять, хоть свои 5 копеек оставить, то есть, чтобы у нас формула посчитала, что мы якобы тут были и эту точку захватили, и, в общем-то, нам дали бы за нее опыт каждый раз, то есть, как нам зачислялись, бля, ой, я уже заговорился. Каждый раз, когда бы нам зачислялись очки, нам бы доставалось опыта в копилку, то есть, сука, пидорас, ебаный, чтоб тебя убили же сразу. О, прицел сбили, лошара, А вот если бы не это оставил, эту броньку, я бы не это, мне бы не сбили прицел. Потралили мы мелкого.
чё, сука, куда ты едешь, а? Чё, на двойных себя поверил? Ты чё, сука? Так, где-то я там шафты видел. Ща, падла. Жига. И чё? И чё? Блядь, где Изида? Падла. Блядь, ну, где ж ты была, а, соска? Банти шафта за саботаж. Вот, тут уже страсти вот такие у нас разгораются. А, ребята, смотрите, счет... Счет, говорит. Фон 3000 кристаллов. И упал один гол. А, что-то, мне кажется, не это. Наебали нас немножечко. То есть, не в два раза голд падает. Не в два раза увеличили возможность голдика. Что-то наебалово. Ладненько. Сейчас, думаю, запустим стримачок. Вот, где я буду играть битвы у вас по рельке. И где буду брать голд. Голд, голд, голд. Сейчас надо еще, короче, на видео посмотреть, реально, на каким номиналом мне выпал голд. Потому что интересно, мне самому интересно. Все, конец битвы. Та-да-дам! Та-да-дам! Бух! Таким, знаете, Рэмбо буду стрелять всегда и везде. Оу, oh yeah, детка! Первое место. Один голд и фонд. Ладненько, ребятки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Саша Джиггернаут. Запускаю я сейчас, наверное, стримочетчик. Или попозже, или вечером. Или вообще, я буду делать это без стрима. Я чисто взятие голда буду записывать. Да, скорее всего, я сделаю так. Вот. Ну, в общем-то, ладно, ребятки. Удачи вам в поимке голдиков на 5000. Увидимся.